Сегодня вот решили сходить на рынок и поесть морепродуктов. Вчера были в ресторане. Честно говоря, готовят все то же самое. Но как-то уж очень жирненько. А здесь все на гриле. Все очень, очень аккуратненько. Без лишнего жира. Взяли мидий, которые тут ловятся местные. Креветочки, прям большие, реально большие креветки. Вчера маленькие в ресторане приносили. Осьминоги. Осьминогов взяли маленьких, попросили, чтобы их посолили, поперчили, сделали спайси. Чисто тайская еда, вот как-то они так полопались. Были красивее, конечно, сырыми. Креветки и тунец. Маленький тунец, жареный на гриле. С чесноком. Вот, если видно, тут кусочки чеснока лежат. Все очень хорошо обрабатывают специями. Солят и на гриль. 10 минут и свежайшая рыбка, абсолютно вкусная, готова. И вот такие дают соусы. Это типа аджики. Кисло-сладкий. Все очень острое, очень мощное. И очень вкусное. Тайская национальная кухня на любителя. Но нам она нравится больше, чем во Вьетнаме, во всяком случае, однозначно. Ну и традиционно кукурузка. Горячая, свежая кукуруза. Маис. Шикарно, очень вкусная. Большие початки. Не могли себя отказать в этом удовольствии. Так что рекомендуем всем приехать в Таиланд и попробовать именно на рынке взять сырых креветочек, осьминожков. И все это приготовить на гриле. Очень-очень вкусно.